Утренняя зарядка и поехали. Так началось открытие гастрофестиваля «Алтайские бренды из сердца Алтая». Более полусотни местных производителей познакомили жителей и гостей краевой столицы со своей лучшей продукцией. Выставлена продукция всех наших производителей и довольно вкусная, оригинальная. Я вот уже накупила много, попробовала все и желаю, чтобы такие красочные, красивые мероприятия у нас проводились как можно чаще. В красочном, красивом, а главное вкусном мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и легенда русского хоккея, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. О нас знает, ну, по сути дела, вся страна именно по нашей продукции, продукции перерабатывающей промышленности. Сегодня агропромышленный комплекс Алтайского края производит столько продуктов питания, что три четверти, даже немножко больше того, что мы производим, мы продаем за пределы Алтайского края. Нам столько самим не нужно, мы кормим, как известно, и Сибирь, и всю страну. И, как известно, немало уходит продукции и на экспорт, и пользуется спросом. В пищевой отрасли трудится около 30 тысяч человек. Особо отличившимся Виктор Томенко торжественно вручил государственные награды и благодарности. После добрались и до дегустаций. Работаем и на ягодах, и работаем на корнях, работаем на травах. Все вот эти вот направления. Ну, наверное, поэтому так красиво выглядит. Да, пьете так правильно. А я же тоже в хоккей играл. Только вы в защите, я в нападении. Алтайские производители представили разнообразие сыра, меда, круп, молочной и чайной продукции, напитков. Фантастические продукты питания, очень вкусные. Красивые люди. Да все, я здесь прибавил, наверное, 3 килограмма за эти 4 дня. Вода качественная. Ну, здоровье человека зависит от трех вещей, как бы мы ни старались. Да, это качество воды, качество воздуха и продуктов питания. Все это в наличии здесь самого высокого, так скажем, уровня. Программа фестиваля продолжалась целый день. В парке работал лекторий, где развеяли популярные мифы, рассказали о правильном питании. Творческие гастрономические мастер-классы и яркие интерактивные зоны для детей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.